Закрытие горнолыжного сезона этого года специально для детей провели в Салаватской епархии. По благословению епископа Салаватского и Кумертауского Николая, отделом по работе с воскресными школами, для воспитанников воскресных школ и православных молодежных движений была организована поездка на горнолыжный комплекс Куштау Ишимбайского района. Я очень рад, что мы едем на гору Куштау. И очень хорошо, что я там никогда не был и очень хотел бы покататься на сноуборде. У меня очень хорошее впечатление и очень хорошее настроение. Очень жду, не дождусь, когда мы туда приедем. Для ребят это была очень праздничная и насыщенная событиями вылазка. Ведь они приехали издалека, преодолели путь в несколько сот километров, чтобы иметь возможность покататься на горных лыжах, попробовать тюбинг и другие развлечения, которые они выбрали для себя сами. Катались отлично, снег укатанный, подтаявший, рай для лыжников, что, собственно, владыкой продемонстрировал. Мне на доске было тяжеловато немножко, потому что не то. Вот. А дети довольны и счастливы, нападались, накатались. Я очень за них рад. В качестве примера владыка Николай показал ребятам мастер-класс, прокатнулся с ними с горы. Ребята остались довольны. Мы надеемся, что данное мероприятие станет для всех примеров и будет проходить ежегодно в Салаватской епархии.